Никола Тесла не чудо и не посланец иных миров. Он один из нас, человек, который вновь и вновь обращает нас к вечным вопросам. Кто мы? Откуда? Зачем? На что мы способны? Возникает еще один вопрос. Где же ключ к той реальности, на которую мы способны и которая так желаема? На этот вопрос еще в 19 веке ответил Никола Тесла. Но не все были готовы услышать и стать этим. Так вот сейчас, то время, когда мы, потомки его поколения, услышали его. Главное, что потрясало современников, это колоссальное количество оригинальнейших идей, которые Тесла генерировал с необъяснимой легкостью. И, наконец, шокирующее признание ученого. Не я автор этих идей. Он был обычным ребенком, ничего особенного. Все изменилось в одночасье. Погиб его любимый брат. Это был страшный удар, буквально перевернувший жизнь Николы. Начались невыносимые ночные кошмары. Усилием воли мальчик стал замещать жуткие видения другими картинами. Сначала это были картины мира, в котором он жил. Но в какой-то момент неожиданно для себя он стал совершать экскурсии за пределы знакомой реальности. Так начинались мои ментальные путешествия. Сначала смутно, а потом все лучше. Я видел новые места, города, страны. Жил там, встречался с людьми, заводил друзей. В это трудно поверить, но они мне столь же дороги, как и моя семья. И столь же реальны. Современные ученые изучают подобные феномены и не считают их чем-то ненормальным. Это особые измененные состояния сознания. Человек в измененном состоянии сознания, он может ощущать, воспринимать то, что находится вне его поля зрения, переноситься в другие пространства, в другие эпохи. То есть здесь нет никаких ограничений. Сегодня такие состояния сознания четко регистрируются приборами. Мы видим, что возникает определенная конфигурация, которую мы называем осью сверхсознания. Это активация передних отделов правого полушария и задних левого полушария, в то время как в нормальном состоянии сознания больше активированы передние области левого полушария. Сверхчеловек называли Теслу современники. Как он совершал свои открытия? Вот что писал ученый о своем первом опыте. Я бился над этой проблемой несколько лет. Это был вопрос жизни и смерти. Я знал, что умру, если не решу ее. Мой мозг был напряжен до предела, и в какой-то момент случилось немыслимое. Я слышал тиканье часов в трех комнатах от меня. Приземление мухи на стол глухим стуком отдавалось в моих ушах. В темноте я обладал чувствительностью летучей мыши и мог определить местонахождение предмета благодаря особому покалыванию во лбу. Солнечные лучи так давили на мой мозг, что я едва не терял сознание. Проносящийся вдали экипаж сотрясал мое тело, и вдруг я увидел вспышку, похожую на маленькое солнце. В одно мгновение истина открылась мне. Это было состояние абсолютного счастья. Мысли шли нескончаемым потоком, и я едва успевал фиксировать их. Подобные состояния время от времени испытывают многие творцы. Происходит это, как правило, спонтанно, неожиданно, как и у Теслы в первый раз. Но Тесла со временем научился входить в такое состояние всегда, когда этого хотел. Он утверждал, что может в любой момент начисто отключать свой мозг от внешнего мира. И в этом состоянии к нему приходит внутреннее видение. Таким же способом Тесла доводил свои конструкции до совершенства. Мне не нужны модели, рисунки, эксперименты. Когда у меня рождается идея, я воображение начинаю строить прибор. Меняю конструкцию, совершенствую и включаю его.
И мне совершенно безразлично, проводятся испытания прибора у меня в мыслях или в мастерской, результаты будут одинаковыми. За 20 лет у меня не было ни одного исключения. Страсть. Ситуация, не имеющая обратного пути. Осознание только этого варианта с положительным разрешением. И никакого другого, с сомнениями или запасным вариантом, не таким успешным, но тоже позитивным. Только одна дорога вперед, только на реализацию. Вход всем своим мозгом, перетечение всего себя со всей силой своего сознания только в эту реальность. Делать физические действия без перетекания в нужную реальность бессмысленно. Так же, как и внушать себе, что вы в другой реальности, не выходя из нее физически. И не входя в новую реальность физически. Вы же верите в то, что у вас есть физическое тело, и что оно у вас движется во времени и в пространстве. Это классическая заученная реакция, преодолеть тяготение которой сможет только ваша информационная субстанция. Для информационной субстанции, которая состоит на 99% вас, не составляет труда изменить картину мыслей и жить, находясь какое-то время в этом мире. Для 1% физической формы, в реальность которой вы верите на 99%, является проблематичным за 1 или 3 секунды оказаться мультимиллионером, а через 25 секунд испытать ощущение бомжа и узнать, какими мыслями занята голова человека, никуда не спешащего и ничего не имеющего. Трудность заключается в том, что физическая материя не может меняться настолько. Не может, потому что ее не существует. Да, вы верите в то, что они есть. В то, что есть все, что вы видите. Вы верите в то, что вы есть. Верите в то, что вы можете все это потрогать и почувствовать, но в реальной картине физической материи не существует. Поэтому и становится таким проблемным изменение того, чего нет. Вы можете только создавать что-то новое, и эта задача исполняется вами как информационной субстанцией, если вы сможете это понять. Если вы способны переключать свои мысли с одной темы на другую, вы способны создавать реалии. Не пытайтесь изменить физическую реальность вокруг своего физического тела. Создавайте новую реальность и устремляйтесь туда всем своим существом. Ваше физическое тело со всем его миром последует за вами незамедлительно, потому что оно всего лишь 1% от вашей информационной субстанции. Прямо сейчас вы находитесь в какой-то ситуации. Вы намерены ее изменить? Закройте глаза и соберитесь как один информационный импульс. Почувствуйте это. Станьте им. Вспомните, где находится вся реальность. Сотворите ее в том месте и всем своим существом погрузитесь в нее. И спровоцируйте этот световой импульс вокруг вашего физического тела, чтобы оно смогло его распознать с помощью своих 5 органов чувств. Увидеть, потрогать, посчитать и получить наслаждение от того, как все-таки приятно ощущать себя существующим. Когда исходящий импульс начнет отражаться от вашего физического тела, который вы наделяете силой материи, соприкосновение с вашим телом, того, что вы сотворили, будет ощущаться нехарактерным покалыванием в области лба. Это и будет значить, что вы создали и спроецировали вашу новую реальность. Остается только последнее, только жить в ней. Оставаться только в ней, не сомневаться в том, что вы это сделали и что вы на это способны. Не перетаскивать себя в наиболее привычную и наименее удачную реальность. Есть только одна дорога на реализацию вашей реальности. Оставайтесь там, где вы желаете быть.
А если снова поймали себя на том, что вновь, по привычке, вы думаете, как в реальности прошлого? Создайте новую реальность и войдите в нее снова. И оставайтесь только там. Оставайтесь там до тех пор, пока вы не решите, что что-либо нужно изменить. И будьте всегда счастливы. Он не пользовался математическими операциями, как это принято сегодня. Ему не нужны были уравнения. Он понимал суть вещей. Суть вещей, принципы для Теслы всегда были важнее деталей. Именно их в первую очередь он прозревал, когда целенаправленно погружался в измененное состояние сознания. Совершенно необъясним источник знаний Теслы о неизвестных, никем еще не исследованных явлениях. Слова «гениальная интуиция», «озарение» ровным счетом ничего не объясняют. Откуда он черпал свои идеи? «Мой мозг — только приемное устройство. Великие тайны нашего бытия еще только предстоит разгадать. Даже смерть может оказаться не концом». Тесла знал, о чем говорит. «Я был в двух кварталах от дома, где лежала моя больная мать. И вдруг я увидел облако с ангельскими фигурами, одна из которых постепенно приобретала черты моей матери. Во внезапном озарении я понял, что только что она умерла. И это оказалось правдой». Тесла верил, что со смертью человека его духовная сущность не погибает.